радостью сказать, что у нас слет по сравнению с прошлым годом вырос примерно в два раза. В прошлом году было 15 городов, сейчас порядка 30. Заявок на участие в конкурсе было порядка где-то 50-60 в прошлом году. В этом году порядка 150. Изначально преобладала военная какая-то тематика, сейчас больше гражданского присутствует. А самодельная модель, это может длиться 5 лет, 6 лет на одну модель. В принципе, каких-то радикальных различий нет в российском моделизме на том же уровне, что европейский или американский. По Адама больше всего тронула модель танка Т-35. Колорит, как бы, получается российский, но при этом модель. Скажем, очень впечатлен масштабом мероприятия, заинтересованностью, количеством посетителей, с уровнем организации все в полном порядке. Очень рад, никогда раньше не был в Сибири так далеко, не выбирался. Отличный прием, прекрасный город, отличная выставка.